Всем привет! Не совсем по специальности такой сегодня у меня материал. Я использую, я думаю, многие, кто пользуется в разных комнатах, вот таким ароматизатором воздуха Airwick. Вот. И частенько у них проблема. Начинает мигать красная лампочка. Сейчас уже она не мигает, потому что сейчас все уже сделано. Поиск в интернете показывает, что люди говорят, ну или это не оригинальный баллон, или баллон кончился. И поэтому на этом останавливаться не будем. Сразу скажу, что это не та ситуация. У меня было все совершенно по-другому. Значит, он стал загораться красным. Баллончик новый, баллончик оригинальный. Батарейки новые, батарейки хорошие. То есть я проверил их на ток короткого замыкания. С мощностью там все в порядке. Значит, ну, про полосочки, я думаю, все там знают, что у оригинального баллончика, значит, две полосочки. Вот они видны. Так. И там стоит внутри фотодатчик. Я уже говорил, что не буду рассказывать, повторяться, но скажу сразу, что вот некоторые берут эту пимпу, переставляют на неоригинальный баллончик и используют. Некоторые еще проще делают. Берут неоригинальный баллончик и дорисовывают вторую полоску. Тоже вариант. Но в моем случае было совершенно дело не в этом. А дело было как раз то, что с чем мне приходится сталкиваться с всевозможными приборами на батарейках и аккумуляторах на сцене. Так, сейчас я его включу, даже интересно. Ситуация в том, что батарейки выглядят идеально, и контактные площадки тоже выглядят идеально. Но на самом деле они покрыты оксидной пленкой. Напряжение тестером меряется, а батарейка отдельно, нормально, тоже меряется. Вот, вот смотрите, вот такой вот вариант. Вот он замигал. А дело тут вот в чем. Я уже так умышленно сделал. А дело тут вот в чем. Когда он через 15 секунд делает как бы нажатие и проверяет там эти штрих-коды. Вот когда есть оксидная пленка, вот там питание, силу тока батарейка отдать не может. При всем желании. Она как бы свежезаряжена, все хорошо с ней, но высокое сопротивление вот этих вот контактов. Вот. Я обычно беру, вот это не совсем верно, но для бытовой техники подходит. Беру мелкий нафилек, вот. Можно еще там по-разному бороться с этими пленками. Но самый быстрый это вот такой мелкий нафилек. И когда тока хватает моторчику провести штрихи мимо датчика, система опознает как бы оригинальный баллончик и работает. Вот и все. То есть не хочу дальше уже рассказывать нечего, и так уже очень длинное видео получилось из-за какого-то несчастного освежителя. Но суть вы поняли. То есть иногда дело не в баллончике, не в аппарате, а дело вот в этих вот контактах. Они выглядят не ржавые. Ну, у кого батарейки потекли, там само собой понятно все. Но у меня, например, они блестят как зеркало. Но на самом деле имеют высокое сопротивление. Я их почистил, у меня проблема точно. Все, спасибо, что посмотрели. Вот такое поделился таким вот маленьким лайфхаком.